Доброго времени суток. Вот собрал рамку для картины на сухую. Использовал по два шкантана соединения. Можно использовать косошуруп и шип-пас. Без разницы. И сейчас сделаю четверть. Четверть буду делать фрезером, потому что здесь надо глухую четверть сделать. Из-за того, что будут как бы роги у картины для декора. Четверть буду шириною 2,5 см и глубиною 1 см. Сейчас наметки сделаю. Сейчас разбираю каждую деталь, делаю четверть по отдельности. Вот опять собрал на сухую, уже есть четверть. И сейчас переверну и нарисую внешний контур. Здесь уже как кому фантазия позволяет. Внутри чуть-чуть дракончиком пройду, песковым диском. Маленькие-маленькие выемки. Сейчас все надо выпилить.
снял ленточные струбцины. Сейчас буду подвесы прикручивать. Вот такие вот подвесы. До них просто высверлю сверлом Форстнера 25 мм там, где будет шуруп или другой крепеж просовываться. Их крепить буду просто шурупами, без предварительной фрезеровки под их. Потому что стена, где будет висеть, не слишком ровно, и эти пару миллиметров ничего роли не сыграют. Я уже разметил, где надо, отрисовал и буду сверлить. Накалываю шилом, где буду прикручивать. Прикручиваю на обычный черный саморез. Все так же и с другой стороны прикреплю. Сейчас всю раму покрашу морилкой водной цвета мока. Придание более вида под старину, сделаю потертостью наждачной бумагой. Светлые такие прожилки появляются. И так далее. Красить буду акриловым лаком.
Не знаю, насколько это правильно, но буду картину прибивать к рамке степлером обычно. Сейчас все обрежу ножом, что лишнее выпирает. Всю работу закончил над рамкой, уже вставил картину. Здесь подпись и дата автора, который поставил. Потом, может, фотку вставлю крупным планом. И вот что вышло.